День открытых дверей начался с возложения цветов памятнику трем биям, законодателям казахского правосудия и рассказа об их роли в истории Казахстана. Некоторым из студентов в стенах областного суда предстоит в будущем узнать еще много нового, поэтому начинать можно уже сегодня, решили организаторы мероприятия. Ознакомиться с работой истории суда они пригласили учащихся юридических факультетов ЮКГУ, Международного гуманитарно-технического университета и академика инновационного института. Байжан Мусаев, студент второго курса гуманитарно-технического университета, уже присматривается, где в будущем сможет приложить свои знания, пока выбор остановился на работе судей. Я считаю, быть судьей — мечта любого юриста. Это тот человек, который стоит на страже интересов как государства, так и любого гражданина в отдельности. А здесь мы можем уже присмотреться к работе судей, побывать на настоящих процессах и понаблюдать за работой всех звеньев правосудия. Это даст нам большой опыт для работы в дальнейшем. Как обещают судьи, возможность поближе познакомиться с работой служителей Фемиды у студентов будет. Для будущих коллег двери в суде широко открыты. Руководство суда заинтересовано в воспитании высококлассных специалистов. И гарантии сотрудничества областного суда и высших учебных заведений стал подписанный между сторонами меморандум. Мы оказываем возможность, предоставляем возможность студентам вузов соединять свою теорию с практикой, находясь в зданиях областных судов, путем участия в мероприятиях, прохождения производственных практик, дипломных практик и иных мероприятиях. И еще раз скажу, это должен быть взаимообоюдный интерес. То, что подписано с тремя университетами сегодня меморандум, это просто закрепление наших благих намерений с целью осуществления тех задач, которые мы сегодня обозначили. В заключении встречи судьи ответили на вопросы студентов и выслушали их пожелания. И как надеются будущие юристы, на этом их знакомство с работой правосудия не закончится. Данияр Худайбергенов, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».